Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале English Galaxy. И по вашим заявкам мы продолжаем данный наиважнейший плейлист «Практическая грамматика английского языка с нуля», где у нас с вами очень-очень много практики, как вы видите, друзья мои. И мы с вами отрабатываем, значит, предыдущий урок, у нас был урок 7.6, мы с вами говорили про специальные вопросы, что есть много трудностей, именно когда в разных временах мы с вами это отрабатываем. Итак, значит, ваша задача правильно переводить, соответственно, с русского языка на английский. Что было неизвестно? Что было? What was неизвестно, unknown? What was unknown? Как часто ты был с ним? Как часто? How often ты был? Were you с ним? With him? How often were you with him? Кто присутствовал? Кто? Who присутствовал? Who was present? Who was present? Кто присутствовал? Далее. Где это событие имеет место? Если дословно перевести, мы с вами спрашиваем, где это событие происходит? Или, если более дословно перевести, где это событие имеет место? Где? Where? Это событие. Does this event имеет место take place? Where does this event take place? Place. Далее. На что ты смотришь? На что ты смотришь? What are you looking at? Мы с вами это разбирали, что at мы с вами никуда не убираем. Остается после глагола. What are you looking at? Далее. Как много денег ты должен ему? Как много денег? How much money ты... Do you должен ему? Do you owe him? How much money do you owe him? Сколько будет арендовать эту машину? Сколько будет? И дословно, сколько будет? How much будет, will it be, арендовать, если дословно арендовать эту машину, to rent this car. How much will it be to rent this car? What was unknown? How often were you with him? Who was present? Where does this event take place? What are you looking at? How much money do you owe him? How much money will it be to rent this car? Далее. Вопрос. Где они ждут тебя? Где? Именно в настоящий момент имеется в виду времени. Где они ждут тебя? Where are they waiting for you? Where are they waiting for you? Какого рода учителя ты встретил? Какого рода учителя? What kind of teacher? Ты встретил? Did you meet? What kind of teacher did you meet? Далее. Как долго, если дословно, как долго у тебя заняло добраться до работы? То есть, сколько у тебя заняло добраться по работе, по времени? Как долго, how long, у тебя заняло добраться до работы? Did it take you,
Добраться. To get to work. How long did it take you to get to work? Как ты сумел выиграть? Как ты сумел выиграть? How did you manage выиграть? To win. Мы с вами разбирали эту конструкцию manage to do something. How did you manage to win? Далее, где это происходит сейчас? Где это происходит сейчас? Where is it happening now? Where is it happening now? Как часто они информировали тебя? Как часто? How often? Они информировали тебя? Did they inform you? How often did they inform you? Кого ты включил в свою команду? Кого? Who? Ты включил? Did you include свою команду in your team? Who did you include in your team? Далее. Кого она знает? Кого? Who? Она знает? Who does she know? Who does she know? Okay? Where are they waiting for you? What kind of teacher did you meet? How long did it take you to get to work? How did you manage to win? Where is it happening now? How often did they inform you? Who did you include in your team? Who does she know? Next. Кто знает все? Кто знает все будет... Who knows everything? Who knows everything? Next. Как много денег они платят ему? Как много денег? How much money они... Do they платят ему? Do they pay him? How much money do they pay him? Насколько интересный был урок? Насколько интересный? How interesting был урок was the lesson? How interesting was the lesson? Кто помогает тебе больше всего? Ну, в смысле, вообще, кто помогает тебе больше всего? Who helps you больше всего? Most of all. Who helps you most of all? Далее. Какого рода уроки ты будешь брать? Какого рода уроки? What kind of lessons? Мы с вами также говорили, что допустимо what sort of. What kind of or what sort of. What kind of lessons ты будешь брать? Will you take? What kind of lessons will you take? Сколько будет стоить купить дом здесь? Сколько будет стоить? How much будет стоить? Will it cost купить дом здесь? To buy a house here. How much will it cost to buy a house here? Кто отсутствует? Кто? Who is absent? Who is absent? Какую страну ты посетишь в следующий раз? Какую страну? What country ты посетишь? Will you visit в следующий раз? Next time. What country will you visit next time? Okay? Who knows everything? How much money do they pay him? How interesting was the lesson? Who helps you most of all? What kind of lessons will you take? How much money will it cost to buy a house here? Who is absent? What country will you visit next time? Далее, что они обсуждают сейчас? Что они обсуждают сейчас? What are they обсуждают?
Discussing и сейчас now. What are they discussing now? Почему ты думаешь, это произойдет? Почему ты думаешь? Why do you think это произойдет? It will happen. Why do you think it will happen? Какого рода книгу они рекомендовали? Какого рода книгу? What kind of book? Они did they рекомендовали recommend? What kind of book did they recommend? Что она думает о своем боссе? Что она думает? What does she think о своем боссе? About her boss. Здесь имеется в виду, разумеется, именно время present simple. Вы знаете, что если думает, имеет мнение, то мы think употребляем именно во время present simple, в continuous не употребляем. Более подробно смотрите наш плейлист и повторяйте. Когда некоторые глаголы употребляются, некоторые нет, и надо зависеть это от ситуации, окей? So, what does she think about her boss? Далее. Что, о чем ты говоришь? О чем ты говоришь? What are you talking about? What are you talking about? О чем ты говоришь? What are you talking about? Кто говорит это сейчас? Кто? Who говорит это сейчас? Who is saying it now? Who is saying it now? Насколько интересной будет конференция? Насколько интересной? How interesting будет конференция? Will the conference be? How interesting will the conference be? Как ты сумел сдать экзамен? Как ты сумел? How did you manage сдать экзамен? To pass the exam. How did you manage to pass the exam? What are they discussing now? Why do you think it will happen? What kind of book did they recommend? What does she think about her boss? What are you talking about? Who is saying it now? How interesting will the conference be? How did you manage to pass the exam? Насколько длинный был путь? Насколько длинный был путь? How long был путь was the way? How long was the way? Как ты справишься с этой проблемой? Как ты? How will you справишься с этой проблемой? Cope with this problem. How will you cope with this problem? Как часто это происходило? Как часто? How often это происходило? Did it happen? How often did it happen? Кто говорит тебе это сейчас? Кто, who, говорит тебе это? Who is telling you? Who is telling you it now? Кто говорит тебе? Who is telling you it now? Что становится более дорогим? Что становится... What становится is getting более дорогим, more expensive. What is getting more expensive? Что становится более дорогим? Где проходит конференция? Если дословно, где конференция имеет место? Где проходит конференция? Where does the conference имеет место? Take place. Where does the conference take place? Окей, okay, good. Какие места ты посетишь в следующий раз? Какие места? What places ты посетишь? Will you visit в следующий раз? Next time. What places will you visit next time?
Что казалось таким странным? Что казалось? What seemed таким странным? So strange. What seemed so strange? How long was the way? How will you cope with this problem? How often did it happen? Who is telling you it now? What is getting more expensive? Or what's? Можем сказать просто what's, сокращенно. What's getting more expensive? Привыкайте. What's getting more expensive? Where does the conference take place? What places will you visit next time? What seemed so strange? Почему ты кричишь на него сейчас? Почему? Why? Ты кричишь на него? Кричишь на него? Are you shouting на него at him сейчас now? Why are you shouting at him now? Почему он откажется платить? Почему? Why? Он откажется. Will he refuse платить to pay? Why will he refuse to pay? Какую книгу ты читаешь сейчас? Какую книгу? What book ты читаешь? Are you reading? Are you, you, yeah? Да, are you reading now? What book are you reading now? Далее. Что выглядело таким необычным? Что выглядело? What looked таким необычным? So unusual. What looked so unusual? Как часто они проверяют их работу? Как часто? How often они, do they, проверяют, check их работу, their work? How often do they check their work? Почему она смеется над ними? Ну, имеется в виду, что сейчас. Почему она смеется над ними? Why is she laughing at them? Why is she laughing at them? Какого рода работу ты ищешь? Какого рода работу? What kind of job ты ищешь? Are you looking for? Ну, скорее всего, человек ищет не вообще работу, а какой-то конкретный момент, поэтому present continuous. What kind of job are you looking for? Далее. Сколько у тебя занимает добраться до этого места? То есть, дословно, как долго, how long, занимает у тебя добраться до этого места? How long does it take you добраться to get to this place? How long does it take you to get to this place? Okay? Why are you shouting at him now? Why will he refuse to pay? What book are you reading now? What looked so unusual? How often do they check their work? Why is she laughing at them? What kind of job are you looking for? How long does it take you to get to this place? Next. Как ты решишь эту проблему? Как? How will you solve эту проблему, this problem? How will you solve this problem? Какие проблемы вы обсуждаете? Имеется в виду сейчас. Какие проблемы вы обсуждаете? What problems вы обсуждаете are you discussing? What problems are you discussing? Насколько интересной будет лекция? Насколько интересной? How interesting будет лекция? Will the lecture be? How interesting will the lecture be? Okay? How will you solve this problem?
What problems are you discussing? How interesting will the lecture be? Друзья, спасибо. Видите, вот такая практика. Очень важно, чтобы вы прорабатывали шаг за шагом, повышали свой уровень, двигались далее по нашему плейлисту. Значит, в каждом уроке мы с вами разбираем какие-то тонкости, моменты, которые часто вы не найдете, значит, в обычном учебнике. И здесь, видите, все у нас именно вместе. Много-много практики, друзья мои. Занимайтесь, усилитесь. Пускай прогресс будет ваш еще более гигантским, чем раньше, если так можно выразиться, да. И также хорошая идея включать плейлист как фон, и будет действительно у вас будет такое мега-мега погружение в английский язык, друзья мои. Говорится thank you. Окей, говорится let's continue. Давайте с вами продолжать. Let's continue. Thank you.